Мы находимся в вольере секретарей. Сейчас проведем небольшой тренинг с нашей Лили. Сейчас она выйдет из вольера. Выбежала. Лили приехала к нам из зоопарка Гуркрала в Чехии в рамках программы по размножению этого вида в неволе к нашему мальчику Бонду. Она еще молоденькая, у нее даже присутствует юношеское оперение, но с достаточно своенравным характером. Птицы-секретари, они в основном ведут наземно-кочевой образ жизни и имеют очень мощные ноги. Сейчас Лили следует за кипером. Очень мощные ноги, еще раз хочу обратить внимание, одним ударом может просто разбить или панцирь черепахи, или любое яйцо, или уничтожить в лепешку мышку. Вот такая она красавица у нас. Можно даже услышать еще ее детскую вокализацию. Ну, выходит домой.